Атака. Колющ удар ножом в голову. Защита. Блок предплечьем атакующей руки. И посмотрите, в этом случае контратака вначале происходит на плечо атакующей руки, а после происходит добивающий удар ножом в шею. Вот подрезание плеча атакующей руки и повторная атака колющий удар в шею. Здесь после среднего блока ладонью предплечья атакующей руки происходит подрезание плеча атакующей руки, а после колющий удар ножом в грудь. Смотрите, снизу вверх происходит подрезание плеча, сила руки ослабевает, и после происходит добивающий удар. Колющий удар ножом в грудь, средний блок.